Всем привет! Сегодня мы продолжаем рубрику разбора карт. И на этот раз у нас еще одна карта из московской кампании в режиме вторжения – Леспромхоз Майский. И как обычно, я расскажу о ходе боя в целом, расскажу, как играть в защите и в нападении, покажу расположение респаунов и откуда ждать противника, а также поведаю о других важных аспектах боя. И по традиции, без лишних слов, сразу начинаем. Бой за первую точку начинается буквально с первых секунд сражения и сразу превращается в полный хаос. Точка находится под постоянным арт-обстрелом, взрывчатка летит со всех сторон, а игроки, благодаря густой растительности вокруг точки, сталкиваются буквально лицом к лицу. Часть игроков стороны защиты начинает на самой точке, а другая часть по другую сторону реки. Удержать первую точку крайне трудно, и зачастую она отдается противнику в первые минуты боя. Поэтому первоочередная задача стороны обороны – задержать наступление артобстрелом и минометным огнем в северо-западней точке и разместить точку сбора у реки. Если же удалось продержаться до появления авиации, то стоит подключать ее к сдерживанию натиска. Атакующие начинают за холмами северо-западней точки. С первых же секунд боя арт-обстрелом следует отрезать обороняющихся от самой точки и просто взять ее нахрапом. В большинстве случаев этого достаточно. Точки сбора на первом этапе для атакующих не важны. Следующая точка – лесопилка. После сдачи первой позиции части обороняющихся следует попытаться задержать нападающих на этой стороне реки как можно дольше. Это в целом безопасно, так как следующую точку атакующие быстро и незаметно взять не смогут. Другой части игроков защиты следует укрепить точку и занять ближайшие строения. А также разместить точки сбора вокруг лесопилки, непосредственно за ней, либо в доме юго-западнее или в амбаре северо-восточнее точки. Основная задача стороны защиты на данном этапе – не давать противнику закрепиться на южной стороне реки, заставляя пересекать ее каждый раз. Можно также снести уничтожаемые объекты на южной стороне реки для улучшения обзора. Периодически следует проверять ближайшие строения на предмет вражеских точек сбора. Самая распространенная и самая большая ошибка, которую часто допускают атакующие на втором этапе, это кемперство с болтовками на северной стороне реки. Пара убитых таким образом защитников уже спустя полминуты снова на точке, а для атакующих прогресса ноль. Для стороны атаки основная задача – попытаться закрепиться на южной стороне реки и разместить там точки сбора. Для этого подойдут три локации. Первое – это стойло возле брода. Из плюсов – здесь легко разместить точку сбора. Из минусов – долгий и довольно открытый путь до лесопилки. Вторая локация – это амбар северо-восточнее лесопилки. Из плюсов – короткий путь до точки. Минусы – амбар легко доступен для игроков стороны защиты, идущих с одного из респов. И встреча с ними же по дороге по пути к точке. А наличие солдат противника рядом с точкой сбора деактивирует ее. И третье – это дом юго-западней лесопилки. Плюсы размещения точки сбора в нем – это короткий путь до самой точки и возможность контролировать подходы к ней с южного респа. Минусы – разместить точку сбора там довольно сложно, так как дом часто занимают обороняющиеся. Бронетехникой можно как обстреливать точку с другой стороны реки, так и помочь пехоте в штурме. Все конструкции на точке деревянные, а значит отлично простреливаются пулеметом. С
Стоит также помнить, что лесопилка обладает множеством входов, но зачастую игроки, что в атаке, что в защите, обращают внимание лишь на центральный. После сдачи лесопилки, стороне защиты следует немедленно ее оставить и отступить на следующую точку, так как атакующие могут пройти с респа в амбаре через лес на пустую точку и без труда ее захватить. Если такого развития событий удалось избежать, необходимо разместить точку сбора за домом восточнее точки и навязать противнику бой в лесу. Также стоит занять ближайшие строения, стоило для сдерживания атакующих с одного респа, и коровник для сдерживания атакующих с другого. Атакующим следует разделить направление удара. Одна группа атакует с респа амбара и движется по краю леса в сторону точки. Укрытия из бревен по краю дороги в этом помогут. Заходить вглубь леса смысла не имеет. Высока вероятность завязнуть в бессмысленном бое с постоянно идущими с респа подкреплениями противника. Вторая группа атакующих движется с другого респа и занимает стойло напротив точки и размещает там точку сбора. Из стойл можно контролировать подходы с респов и отрезать подкрепления стороны защиты, пока первая группа захватывает точку. Кроме того, подходы к точке следует держать под постоянным артиллерийским огнем. Следующая точка – насосная станция. Обороняющимся необходимо разместить точку сбора около путей, но так, чтобы ее не было видно по ним под вагонами. Далее следует занять здание южнее точки или выставить бронетехнику для контроля южной стороны железной дороги. Следом занять домик в лесу севернее точки, не давая противнику разместить там точку сбора и контролируя подход с леса. Пулеметчик или снайпер может занять позицию в водонапорной башне. Она хоть и очевидная, но позволяет контролировать подходы к точке. Атакующие должны занять домик в лесу и расположить в нем точку сбора для атаки с фланга и по короткому пути. Из него же можно и контролировать вход в водонапорную башню и отсекать подкрепление с респа. По сторонам от железной дороги пулеметчикам и снайперам следует контролировать подкрепление стороны защиты, идущие вдоль нее. А сама железная дорога за точкой должна находиться под постоянным артобстрелом. Последняя точка – железнодорожная станция. Обороняющиеся должны разместить точку сбора в ближайшем к точке доме. Южный респаун для подхода к точке – плохая идея, так как он хорошо просматривается атакующими. С него следует идти западнее и заходить атакующему противнику во фланг. Для обороны точки следует выбирать точку сбора или восточный респаун, так как они позволяют пройти к ней относительно безопасно и незаметно для противника.
Железнодорожные пути западнее точки и около нее необходимо постоянно держать под артиллерийским огнем, не давая занять их противнику. Иначе противник окружит точку и удержать ее будет очень сложно. В стороне атаки следует разместить точку сбора в здании южнее водонапорной башни и занять позицию в следующем доме для отсечения подкрепления противника от точки. Вторую точку сбора можно разместить северо-восточнее станции, в деревянном доме. С этой позиции можно как отсекать другой респаун противника, так и атаковать точку, укрываясь за вагонами по пути. Подходы к точке со стороны противника следует держать под артобстрелом. Ну и напоследок, сводная карта со всеми этапами и респаунами. Ну а на этом у меня все. Если видео оказалось интересным и полезным, не поленитесь оценить его и поделиться им с другими игроками. Чем лучше результаты видео, тем чаще будет выходить эта рубрика. До новых встреч когда-нибудь!